89 человек, из них 25 детей, эвакуировали во время пожара на улице Валиханова, 23. ЧП произошло 2 апреля около 8 часов вечера в 9-этажном жилом доме. Прибывшие на место спасатели обнаружили сильное задымление в подъезде на 6-м этаже. Огонь охватил пол помещения. Ликвидировали пожар спустя 45 минут. Жертв и пострадавших нет. Повреждены провода и щитовая многоэтажки. Помимо этого вызова, в прошедшую субботу на пульт 102 поступило еще 4 звонка. Всего за 3 месяца в области произошло 133 возгорания. В огне погибли 14 человек. По данному сообщению, у нас экстренно были направлены силы и средства двух подразделений в составе 3 единиц основной техники и 3 единицы специальной техники, в том числе и автолестницы. Значит, по прибытию на место пожара было установлено в ходе разведки, что на 6-м этаже произошло короткое замыкание электрощитовой с дальнейшим распространением на пол. И в итоге получилось, что общая площадь пожара составила 2 квадратных метра.